Сейчас подойду поближе, покажу вам отреставрированный вход. Издалека это смотрится вот так, а поближе это уж будет совсем по-другому. Как вам сочетание жизнерадостного коричневого и серого? Специально сегодня выбрал солнечный день такой, чтобы вам это показать. Вот здесь коричневая, вот здесь серая. Арт с изюминкой. Собаке вход не понравился. Только что подошла собака. Напишите ваше мнение насчет всего этого творения. Мне интересно будет почитать. Мне старый вход нравился больше. Он реально был старый. Но это не делало его хуже. Ну и что мне делать? Я уже час так стою. Неопределенность какая-то. Купил новую пилу на Анголинка себе. Ну как, она, конечно, старая, советская, но это не меняет сути того, что она очень хорошая. В общем, спасибо огромное вот этой женщине. Как вас зовут, кстати? Алла Филипповна. Спасибо огромное Алле Филипповне. Я очень давно мечтала, уже, наверное, года два о такой пиле. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Теперь я на один шаг ближе к своей главной мечте – построить сам лодку на даче деревянную. Все, давай в интернет пускай туда, Если что, тут вообще очень много всего. И фрезерные тут даже насадки. Нет, смотри, вот там школьник есть с той стороны, новый. Представляешь? Класс. Здесь даже фрезерные станки есть. И вы... И токарные. Да, тут все есть. В общем, это здесь в конце Анголинка. Последний ряд перед железной дорогой, первый ряд. От железной дороги первый. От железной дороги первый ряд, крайний, почти самый киоск. Дальше там уже на земле раскладывается. И вот здесь штангенциркули, топоры, лежат патроны, много всего. В общем, выглядит это все так. Увидите, подходите, смотрите, здесь прям классно все. Я проверил лично.